Профессиональная портативная радиостанция с возможностью программирования. Сегодня на распаковке портативная радиостанция Комрад R8. Поставляется в фирменной коробке. Комплектация следующая. Сама рация, антенна, сетевой адаптер, зарядное устройство, клипсы для подвешивания на пояс, ремешок на руку и руководство по эксплуатации. Рация выполнена в компактном, противоударном корпусе с защитой от пыли и влаги по стандарту IP67. Диапазон рабочих температур у данной модели составляет от минус 20 до плюс 60 градусов Цельсия. А весит устройство всего 263 грамма. Что касается технических характеристик, то данная модель работает на частоте от 400 до 470 МГц и поддерживает до 16 каналов. Радиус действия составляет до 12 км. Для более комфортного общения рация оснащена шумоподавлением. Посмотрим на устройство поближе. Сверху находится ручка выбора канала и ручка включения и регулировки громкости. Также тут есть световой индикатор работы и кнопка аварийного сигнала. На одной из боковых граней находится кнопка для выхода в эфир и кнопка для включения FM-радио. Есть и кнопка, которая включает функцию мониторинга эфира, но ее можно перепрограммировать по усмотрению. Еще тут есть разъемы для подключения гарнитуры и кабеля программатора. С помощью программатора и компьютера можно активировать дополнительные функции, например, удаленную блокировку. Она позволяет центру управления заблокировать украденные или потерянные радиостанции, чтобы избежать утечки информации. Подытожим. Данная модель обладает широким функционалом и подойдет для использования в экстремальных условиях. Так что если вам нужна портативная радиостанция для похода или работы на крупных объектах, присмотритесь к Комрад R8.